Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of the world where every neighbor. Всем привет, мы гуляем. Не знаю, не то, что не хотелось, но не хотелось сегодня снимать. Общество ПТРГУ. София все утро проорала. Мама, ты скажи, что не открывается. Она может и в университет зайти. Коляска наша стоит. Не знаю, просто София кричит, и когда она кричит, мне ничего не хочется. Кричит весь день. Пойдем. Завтра идем на фотосессию. Ну, совмещу субботу и воскресенье в один влог, потому что не знаю, что сегодня снимать, будем дома. Вот. С мамой сегодня вдвоем. Ты туда внутрь пойдешь? Ну давай. Она пошла вовнутрь. Все, мы уже дома. Я тут прибралась у Софии, потому что столько игрушек. Практически не во все играет. И вот она тут сидит в кладовке. Это наша мега-кладовка. Да? Сходили в торговый центр. В общем, плохо она там себя вела. Да, зашли в Макдональдс. Так, чуть-чуть картошку поели. И поехали домой. На такси. А зачем ты на наклейках стоишь? Тут у нас наша кладовочка. Кому интересно, так. Я люблю заглядывать в чужие кладовки. Там у кого как убрано. Что? А машинка у меня упала. Тут еще одна коробка. В общем, мне интересно тоже к людям залазить. Ну, кто как формирует. Но вот бывшие хозяева, единственное, да, не переклеили обои. Вот мы дома вот так пока в колготках после улицы. Поспали, слава богу. Ну и играемся тут. В общем, все добро, которое мы накопили за годы наших жизней, да. Да, завтра идем на фотосессию, поэтому завтра я поснимаю чуть-чуть и вот будет. Давай сюда положу, не? Это наклеечки. Наклеечки на Новый год, они новые. Тут я положила куклы, тут всякие эти кубики развивающие, игрушки мелкие, или типа этого лего, которого она так не особо играет. Тут посудка тоже, овощи, фрукты, вот эти вот досочки. Надо расставлять животных, там дядя Федор, фрукты и Чебурашка тоже такой. Тут домик. И вот этого слона надо убрать. Масик тут лежит. Светит хоть этот. Да. Потом она любит вот это играть. Помните ее? С совами она у нас. Где она? Я уже показывала, вот она с совами. Вот, с совушками. Я убрала. Играю, надо тоже ее убрать. Вот хожу, тут все убираю. Дед. Корзинка стоит. Только пакет в эту коробку. Ой, батарея садится. Бегаю тут за Софией. София! Ну куда ты бежишь-то от меня? Давай я тебе поправлю лямки. Пока мама с внучкой, бабушка. Такая, кстати, мама хочет Софии куртку купить. Туда, в Турцию. Хотя зачем она ей там, не знаю. Мне кажется, пуховка была бы в тему. 80-86. 92 есть. О. Мне кажется, туда нужна пуховка. 100% пуховка нужна. Тут еще куртка, но она белая. Тут такая вот розовая. Но она розовая. Это все комбезы. Тут уже комбез. Тоже комбез. Да, тут как-то, мне кажется, с куртками вообще печально. И тут еще прикольная. Ой, извиняюсь. Тут немножко купили. Кстати, куртка прикольная. Но она ее быстро испачкает. Нереально быстро испачкает. Лечит, давай, бабушку лечит, да.
Молодец. Лечит, вот, лечит. Вот, молодец. Вот. Лечи бабушку. Это тебе, на. Вот так, лечи, давай, меня слушай. Давай, вот. Дышите. Не дышите. На, держи, сама слушай меня. Ты же врач. Давай, лечи. Лечи бабушку. Вот, давай. Так. Угу. Спасибо, угу. София, спасибо. Вот так, молодец. Настоящий доктор. Молодец, да. Угу. Да, вот, полечила бабушку. Бабушка болеть не будет, правда? Не, не, не буду. Так. Лечим. Слушаем сердечко. Так. Угу. Молодец. Маму. А, ну давай маму. Послушаем. Спасибо. Ой, спасибо. Молодец. Маму послушала. Все? Да, все скажи. Поснимай. Давай, вот. Да, так-то не кидай. Красиво складывай. В общем, уже, конечно, ночь. Извини за фотоспышку. Наверное, лучше переверну. Буду себя видеть. Наверное, вот так будет лучше, чтобы вам... Слушайте, вроде ничего так. Не сходили мы на фотосессию, в общем. Все мои кудри. Ксюша, спасибо за кудри. Сестра приезжала, меня завивала, в общем. Не успели мы. Ну как, София уснула, мы сели в машину. В общем, она не спала. Вчера мы с ней легли в 2 ночи, сегодня тоже уже 3 часа ночи. Короче, я тут немножко видео смотрела, потому что днем постоянно с ней. Надеюсь, там не видно полотенец или чего-то. Надо будет вырезать. В общем, конечно, сейчас буду все смывать. Хвостик такой прикольный, с кудряхами. Наверное, вы меня еще такое не видели. Все время какая-то зачуханная была. Даже вот смотрю свой канал. Изначально как-то я очень плохо выгляжу. Вот. Насчет фотосессии выглядела. Насчет фотосессии. Она перенесется, скорее всего. Там как пойдет, скорее всего, с 9 вечера до 10. Но в эту субботу, по-моему, это 27-е. Я не знаю, когда этот влог выйдет. Он, наверное, ближе. Наверное, в феврале выйдет в начале. Я еду делать брови, потому что я уже устала рисовать. Это просто какой-то трэш. Постоянно их рисовать. Иногда они получатся, иногда они не получаются. В общем, короче, не нравится мне постоянно рисовать. Вот, я сейчас буду смывать макияж. У меня вот Фаберлик. Не знаю, видно, не видно. Фаберлик, гель для умывания, очищения, сверость. В общем, для проблемной кожи, кислородное дыхание, очищающий гель. Вот такой вот у меня. Но почему-то здесь я им пользуюсь, и не особо он мне помогает. Но еще у меня есть вот такой вот гель для умывания Natura Siberica. Подарили мне так, нежный мусс. Так, светит тяжело. Для всех типов. Знаете, чем пахнет жвачкой Love Is? Пала. В общем, тоже прикольно. Сейчас чередую Natura Siberica и Faberlic. Пока не знаю, что мне подходит. Напишите, у кого проблемная кожа, потому что я вот сегодня намазалась, и все равно вот эти вот акне, прыщи, они все равно видны. Вот, я пошла спать, буду смывать все макияж, закончу влог. Ну, так получилось, что в
Суббота у нас тоже как-то все сорвалось, все планы, потому что правильно мама говорит, что с маленьким ребенком надо сидеть дома. Так светит уже эта вспышка, но мне нужно на вас смотреть, тяжело, конечно. И сегодня тоже все сорвалось, в общем. Ладно, что поделаешь. Вот так прошли наши выходные. Так можно назвать этот влог. Ой, так что я пошла спать. Ой, я даже сегодня маникюр не успела сделать. Представляете? Ладно. Надеюсь, что которая фотосессия будет. Или, может, отменим, не пойдем. Я не знаю даже. Посмотрим, как пойдет. Так что желаю всем хорошего настроения. Берегите себя. И увидимся уже скоро. Пока-пока.